Уж сколько раз твердили миру, что вредные привычки губят здоровье, а занятия спортом и активный образ жизни, напротив, помогают сохранить эту самую большую ценность, какая только может быть у человека. Тем не менее, многие так и не могут приучить себя вести здоровый образ жизни, а потому вырабатывать полезную привычку нужно с детства. Для ребят из многодетных семей ради этого подготовили целую развлекательную программу со спортивными задачками и конкурсами. Итак, на старт! Внимание! Регина и ее маленькие братья и сестренки знают, кто такой здоровый человек. Каждое утро семья начинает с зарядки и пробежки. Ты считаешь себя здоровым человеком? Да. А вот что это за человек такой и что он должен делать, чтобы быть здоровым? Я не знаю. Ну, наверное, бегать, заниматься спортом. Глядя на детей, к здоровому образу жизни приобщаются и взрослые. Вы стараетесь поддерживать, вести здоровый образ жизни? Сейчас начала поддерживать. Так, а вот что делаете для этого? В клубе. Занимаюсь гимнастикой. Попытаюсь сюда записать какую-нибудь секцию. Кроме спорта, что можно еще делать, чтобы быть здоровым? Не курить и не пить. Эти элементарные советы действительно могут помочь сохранить здоровье. А если занятия спортом проходят так же весело, то никакие болезни ребятам не будут страшны, потому что положительные эмоции и улыбка – сильнейшие лечебные средства.